очаги биологического разнообразия. Жизни на Земле угрожает кризис в исторических и общемировых масштабах. Неконтролируемое потребление во многих северных странах и бедность в тропических странах разрушают дикую природу. Биологическое разнообразие находится под угрозой. Вымирание является самым критическим моментом этого биологического кризиса, и оно необратимо. Тогда как вымирание – это естественный процесс, человеческая деятельность ускорила темпы вымирания по меньшей мере на 1000 или несколько тысяч раз больше, чем естественный уровень вымирания. Массовое вымирание в таких масштабах происходило только 5 раз в истории нашей планеты. И последнее привело к концу эры динозавров. При ограниченности бюджетов и при количестве видов, находящихся под угрозой вымирания, определить приоритеты политики очень важно. Британский эколог Норман Майерс дал определение очагам, дал определение понятию очаги биологического разнообразия. В 1988 году, чтобы обратиться к проблеме на какие области надо немедленно обратить внимание. В очагах биологического разнообразия проживают большое количество эндемиков, хотя их общая площадь их среды обитания покрывает только 2% общей площади Земли. Каждый очаг разнообразия встречается с серьезными проблемами и уже потеряла по меньшей мере 70% изначальной растительности. Более 50% мировых видов растений и 42% всех земноводных позвоночных видов являются эндемиками по отношению к 34 очагам биологического разнообразия.